У нас мехвод потерялся. Где потерялся? Так, не вышел на КВ? Вышел. Трех соснах потерялся. Да, бывает так. В трех холмах. Да. Ну, бизнес с этим, с этим, с самого убили, похоже. Заворачивай, не растрих дальше. БМПшка, сейчас я трассерами отработаю, там ворота, и за стенкой, за воротами, там наверху сидит человек с РПГХ, по-моему. Видишь? Арк. Сдвиг, понял. Выше, выше, правее. Во-во-во-во-во-во-во-во. Даже должен накрыть был этим обратно. Ну, пока не надо, посмотрим, будет шевелиться ним. И сдвиг делаем. Да, пока здесь останусь, мне тут хорошо. Хорошо. Есть? Еще живой кто есть? Она осталась на кавышке на то. Че там за двое маслят тусят в пустыне? Че, еще один сдвиг? Нет, нет. А да, кто ко мне, у кого вертолета свой? Да, Хатап, да, ты я, там? Я, все я, понял. Я на УАЗике катаюсь. Не убей. Без ошибки. Пуск, пуск. БМП пуск. Тур, тур, тур. Не попали. Лоша. Это тот РПГшник, который на стене, видимо, сидел. Но никого не убило. Кто на восточном углу замка был? Я, наверное. Понял, ты дальше прошел, да? Нет, ты уже дальше ко мне пришел, я так понял.
опять УАЗик. Смотри, как... Давай. Опа. Темпло. Возле замка меня обстреляли, Ваня. То есть на восточной стороне враг, да? Да, я вроде даже его убил. Не могут. Да все взлетят, ничего, они еще долго летят. В триггер могу залагать, если он неправильно пописал имена этих. Пройти. Там ты жив? Я пилотов. Не пилотов, а вертушек там, как назвал. Там не вертушки надо прописывать, там надо пилотов прописывать. Да. Давай еще раз, я сфоткайся. Там никого нет, передам. Нет, давай. Блин. О, кто стреляет? Нормально. Конец войск. Да что меня колесо, что-то. Человек, который сейчас заходит рядом с БМПшкой, аккуратней. Понял. Там есть вороги. Я убил РПГшника. Он имел неосторожность бегать внутри. Захожу. Не успел. Я хочу спросить.